Приветствую вас, дорогие мои подписчики и гости моего канала. У нас сейчас декабрь, скоро Новый год. Вот такую вот шапку-ушанку я предлагаю вам связать в подарок себе, может быть, деткам. Что для этого нужно? Нужна ваша любимая пряжа и, соответственно, спицы, ручки ваши. Так, значит, с какой пряжи я вязала? Показываю. Вот такая вот у меня пряжа. Так, вот. И спицы у меня четверочка. Значит, самое первое. Переснимать я, к сожалению, уже не буду. Мой телефон сказал, я не хочу больше этого делать. Вот, поэтому рассказываю вам быстренько. Начинаем с чего? Начинаем вязать два ушка и козырек. На ушке у нас идет 19 петель. Будем мы вязать пышной резинкой с фабричным краем. Значит, 19 петель, высоту 26 рядов. Это две одинаковые половиночки. И козырек тоже 19 петель на 21 ряд. Так, сейчас я покажу, как набирается фабричный край. Вот именно вот это вот, вот с этого момента начнется видео. Ну что, давайте приступим. Надеюсь, вам будет интересно. Если нет, пишите, ставьте лайки, ставьте дизлайки, пишите обязательно комментарии. Ну что, давайте начнем. Итак, набираем на спицы 9 петелек. Два, четыре, шесть, восемь. Так, стоп. Так, раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять. О, 10. Нам надо только 9. Поворачиваем и провязываем. Начиная. Снимаем петлю. Начиная с изнаночной петли. Так. Так, это у нас кромочная, изнаночная. Пока вяжем просто резинкой 1 на 1, лицевая, изнаночная, начиная с изнаночной. Значит, лицевая, изнаночная. Изнаночная. И последняя у нас тоже будет изнаночная. Ну, кромочная, изнаночная. Второй ряд. Снимаем кромочную. И у нас лицевая. Что мы делаем? Чтобы сформировать фабричный край, мы снимаем ее, поворачиваем и снова одеваем на левую спицу. Провязываем лицевую, дальше без изменений изнаночную, дальше опять вот так подводим, снимаем петельку вот эту, переворачиваем, одеваем на левую спицу, провязываем изнаночную без изменения. Лицевая опять снимается у нас, переворачивается и снова обратно одевается на эту же спицу. Так, провязали. Изнаночная без изменения. Последняя у нас лицевая снимается. Так. Переворачиваем ее. И провязываем лицевой. Последнюю кромочную провязываем изнаночную. Вот у нас фабричный край. Что мы делаем дальше? Фабричный край готов. Переворачиваем. Не потеряла хоть ничего? Вроде ничего не потеряла. Так, переворачиваем и вяжем пышную резинку.
Первое у нас снимаем лицевую. Далее мы вяжем. Так, у нас первая изнаночная. Без изменений ее вяжем. Дальше. Вот у нас лицевая. Мы должны были так провязать, но мы на ряд ниже провязываем. Изнаночная без изменения. Лицевая, ряд ниже провязываем в петельку нижнего ряда. Изнаночная без изменения. Лицевая на ряд ниже. Так, изнаночная. Теперь смотрите, вот у меня осталась лицевая. Я провязываю ее, точнее, вот наша изнаночная, но она у нас будет лицевая, так как мы сейчас все это будем собирать. Собирать будем два ушка. Так, стоп, сейчас, сейчас. Мне тогда проще вот так ее одеть и подтянуть. Ой, извиняюсь, что камера. Так, все. Теперь мы будем соединять все наши детальки. Так, сейчас, секунду. Так, продолжаем вязать пышную резинку, присоединив, так, без изменений, изнаночную, лицевую на один ряд ниже. Изнаночная, лицевая на один ряд ниже. К этому мы с вами сейчас присоединяем козырек. Ниже. Так. Так, изнаночная. И дальше. Так, это у нас должна быть лицевая. Так, сейчас, сейчас, вот так. Провязываем последнюю лицевую. Что-то, подождите. Так, провязываем лицевую. Так, провязали вот лицевую, подтянули все. Берем наш козырек. Значит, здесь у нас лицевая, здесь должна быть изнаночная. Провязываем изнаночную. Опять-таки подтягиваем все хорошо. И тут то же самое. В нижний ряд мы провязываем наши петли лицевые. Изнаночные без изменения. Так мы вяжем до конца. Просто на ряд ниже. В лицевых опускаемся и провязываем. Это у нас изнаночная, последняя петля. Так, два ряда я провязала пышной резинки, но, к сожалению, мой телефон не захотел дальше этого делать. Так, сейчас показываю. Значит, пышная резинка, она состоит из двух рядов. Лицевая и изнаночная. Значит, вот мы соединили когда, то есть это два ряда провязала, но мы сейчас с вами по новой все свяжем. Так, изнаночная. Дальше лицевую просто провязываем. Изнаночную, вот смотрите, под бугорок провязали. Лицевую без изменения. Под бугорок провязали. Лицевая без изменения. Если в прошлом ряду мы вязали на ряд ниже в лицевой, то тут будем в изнаночной. Лицевой провязали. Так, вот бугорок. Под этим бугорком
Вот так. Следующий у нас ряд был. Мы будем в лицевой. Она не, на ней ниже на один ряд. Так, изнаночная. Так, в изнаночную вот бугорок. И под этот бугорок вводим спицу и провязываем. Лицевая без изменений. Так, чередуя ряды наши, мы будем вывязывать пышную резинку. Так, изнаночную. Вот прям под бугорок ввели. И провязываем. Лицевую без изменения. Изнаночная. Вот бугорок. Вот под бугорок. А здесь мы провязываем просто. Так мы будем вязать череду ряды. 19 сантиметров. Продолжаем вязать. Итак, я связала свои 19 сантиметров, и сейчас я буду закрывать макушку. Так, закрывать макушку мы сейчас будем. Тут я уже начала ее закрывать, но почему-то у меня отключилось все. Так, что мы делаем? У нас же изнаночная, лицевая, да, лицевая, изнаночная. Что мы делаем? Для того, чтобы были красивые петельки, красивое закрытие, мы берем, перебрасываем вот так, перебрасываем и сокращаем, провязываем лицевую и изнаночную вместе, опять перекинули и закрыли, сократили. Перекинули, сократили. Ну и так до конца ряда, соответственно. Если уже не хватает вам, неудобно будет вязать на круговых спицах, вы переходите на чулочные. Так. Провязали ряд сокращений, теперь мы просто вяжем лицевой ряд, все петельки лицевыми. Думаю, тут не нужно, да, показывать. Берем за переднюю стенку и красиво вот так вывязываем их. Это второй ряд. Первый сокращение, второй ряд просто провязываем лицевыми петлями. И сейчас на третий ряд пойдем. Так, третий ряд. Перехожу на чулочные спицы, потому что уже неудобно вязать на круговых. Что мы делаем? Теперь, значит, мы по 2 петли за переднюю стенку будем провязывать. Опять сокращаю. И так до конца ряда. Ничего тут сложного нету, как видите. Так. За переднюю стенку. За переднюю стенку. И так до конца ряда. Итак, значит, закрыли. Вот у меня, видите, осталось совсем немножко петель. Дальше что мы делаем? Вдела вот такая у меня иголочка. И так.
Теперь мы просто все эти петли скидываем на вот эту иголочку. Ну как скидываем, просто снимаем и затягиваем. Скинули одну. Так. Ну, шапка это обычная. Ничего сложного здесь, как видите, нету. Вязать ли кетлевку и шнурочки, это ваше уже личное дело. Будете вы это делать, не будете делать, смотрите сами. Просто показываю, как я связала эту шапку. Ничего, как видите, сложного я здесь не вижу. И кто держит в руках спицы, и кто не держит, все ее смогут связать. Так. Все. Затягиваем все. Затянули, подтянули. И можно еще раз аккуратненько вот тут вот пройтись. Так, сейчас я покажу. Так. Ну, также проходим через петелечки. Еще разочек. Сейчас мы это все уберем на изнаночную сторону, еще с изнаночной стороны еще раз пройдемся здесь. Так. Все убираем в изнаночный с изнанки, переворачиваем. И еще разочек можно здесь еще пройти, парочку зацепить и уже закрепить ее здесь. Все, в последнюю так веду и зацеплюсь, закреплюсь. Так. Вот через камеру не вижу. Так. Все. Ну что, теперь останется нам только хвостики везде убрать. Можно ее постирать. Можете сразу одеть пойти. У нас, кстати, сейчас снег валит. Так, сейчас все позакрываем, убираем все. Вот такая вот у нас, это сейчас уйдет все. Вот такая шапчушечка у нас получилась, шапочка-ушанка. Делать ли кетлевку и делать ли вот здесь завязочки, это ваше личное дело. Ну вот, вот такая вот у меня шапка-ушанка получилась из бюджетной пряжи. Вот такая. Надеюсь, тут ничего не забанят меня. Вот такая бюджетная пряжа, вот такая шапочка-ушаночка у меня получилась. Вяжется она просто. Спасибо, что посмотрели мое видео. Поставьте лайк, напишите комментарий. Очень люблю читать ваши комментарии. Всем пока-пока, увидимся в новом видео.